Дизайнер из Новосибирска Анастасия Полунина шьет одежду из переработанного пластика. А на днях она представила свою коллекцию в Москве. Как девушке удается одевать модниц и заодно делать планету чище, мы узнали. Дизайнер из Новосибирска Анастасия Полунина представила свою коллекцию на неделе моды в Москве. Называется она «Магия любви». Получилось красиво. Название такое дано из-за тренча. На нем написано слово «любовь». А еще он сделан из переработанного пластика. Найти подходящий материал, говорит Анастасия, было непросто. Но в итоге все получилось. Нарядно, качественно и с умом. С умом, потому что в составе новых изделий используется переработанный пластик. Ты выбираешь быть красивой, женственной, чувственной. И в то же время заботишься об экологии, думаешь о разумном потреблении. Ты становишься причастной к спасению нашей планеты. Ведь именно женщина умеет замечать красоту бытия в самых обыденных вещах и превращать мусор нечто большее, способна прислушаться к своим чувствам, впустить в принятие, наслаждение и вдохновение во все, что она делает. Ее одежда из мусора, уверена Анастасия, будет служить долго, а когда станет немодной, то ее можно просто сдать на переработку.